Тигра традиционно подавалась как пример успешного решения проблем сохранения редких видов. Однако к концу 80-х среди специалистов все чаще стали раздаваться тревожные сигналы. В результате всевозможных социально-экономических преобразований пресс со стороны человека на природные ресурсы возрос многократно. А это немедленно отразилось на положении видов, занимающих вершины экологической пирамиды, и в первую очередь на популяции тигра. Кроме того, резко возросла степень конфликтности между человеком и тигром.